Друзья, всех приветствую. Вначале мы сформировали поддон, нанесли гидроизоляцию, затем нарезали плитку в нужный нам размер и разложили без клея, чтобы все точно подогнать. Ну а дальше мы все наши заготовки клеим на клей. Здесь мы используем двойное нанесение клеем марки С2. Ну и каждую плитку тщательно сажаем, выдавливая клей через швы. СВП использую от завод Пластик Руси в 1 мм. Подковы для контроля шва в 1,5 мм той же фирмы. Таким способом очень легко произвести монтаж и контролировать шов. Ну а кому будет интересна эта система, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Закончили поддон. Уклон поддона составил 10 мм. Далее мы продолжаем монтаж той же плиткой. Размер керамогранита 1200 на 200 мм. И он напоминает форму ламината. Ну и раскладку данной плитки мы будем делать, имитируя ламинат. Продолжаем монтаж душевой. Систему выравнивания плитки мы используем той же фирмы, завод Пластик Руси,
И, кстати, я недавно делал краткий обзор по их всей продукции. И если кому будет интересно ознакомиться с их системой, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. После того, как все высохнет, удаляем СВПшки и зачищаем швы. Удалять эту систему довольно-таки легко. Ну что ж, закончили мы зону душевой кабинки, и далее у нас пойдет крупный формат. Но это вы увидите во второй части. А у меня на сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.